Только зашел на поле. Вот такое красивое поле вдоль дороги. И сигнал 69. 65. Ну, 69 был в земле. Я уже видел, выпала монетка. Смотрим. Вот она. Не смотрел, что за монета. 2 копейки, Николашки. Итак, дорогие друзья, где-то уже полчаса лажу. Без сигналов нормальных. Вот. Сигнальчик. 78, хороший. Попробую выкопать. Земля мерзлая сверху. Сегодня уже 25 ноября. Морозы ночью. Так, смотрим, это здесь, в этом комочке. Ну, похоже, что не монета. Нужно разбить. Лопату возьму. Медный поясок, вот потому. И 80. Ладно, идем дальше. У меня снова сигнальчик, опять чисто медный. Семьдесят шесть. 77. Отлично. Пробуем в онлайне отковырять. 6 в ямке. Ого, ого, вот она. Угу. Ага, это не монета, к сожалению, какая-то шайба медная. Жаль, жаль, жаль. Я уже обрадовался. Ну, берем медь. Идем дальше. Вот из такой небольшой ямочки сигнальчик был. Ну, или проволочка алюминиевая, или советик. И выпал советик. 1 копеечка. 56-й год. Ну, за неимением другого. Угу. Такое. Хорошо. Идем дальше. Друзья, очередной сигнальчик. Тоже небольшой. ПВДИ. Советик. На этот раз 3 копейки. 29-й год. Подубитенькая.
Ну, такой монитос.